Добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Второе правило клуба – не упоминать нигде о бойцовском клубе. Третье правило клуба – боец крикнул «стоп», выдохся, отключился, бой окончен. Четвертое – в бою участвует лишь двое. Пятое – бои идут один за другим. Шестое – снимать обувь и рубашки. Восьмое и последнее. Тот, кто впервые пришел в клуб, примет бой. Паренек с моей работы, Рики, не мог запомнить, с черной или с синей пастой надо заказать ручку. Давай, парень! Но тот же Рики сравнялся с Богом, когда колошматил метрдотеля из соседнего кафе. Временами до слуха доносились лишь жесткие звуки ударов. Вот тогда-то я и повстречал этого мастодонта. На глазах целлофановая пелена слез. Колени прижаты друг к другу, он неуклюже семенит. Меня зовут Боб. Боб? Да. Раньше Боб был чемпионом по бодибилдингу. Знаете, есть программа, которую показывают ночью по телевизору. Что ты делаешь, женись? Боже. Дай бумажник. Рэймонд Хессел, Беннинг, дом 300, квартира А. Тесная квартирка на цокольном этаже. Откуда для таких галенок квартирок используют буквы, а не цифры. Рэймонд. И придется обратиться к стоматологу насчет данных о твоих зубах. Что ты изучал? Биологию изучал. Зачем? Я не знаю. Кем ты хотел стать, Рэймонд Хессел? Я тебя спросил, Рэймонд, кем ты хотел стать потом? Ответь ему, скорей! Ветеринаром. Животные. Да, животные. И все такое, ясно, ты должен хорошо учиться. На это время нужно. Лучше умереть? Нет. Лучше умереть, Боже, нет. Стоя на коленях, тут, на грязной помойке. Нет, нет. Я, пожалуйста. Твои права останутся у меня. Я знаю твой адрес. Дверь в комнату Тайлера была закрыта. Я прожил здесь 2 месяца, и за это время Тайлер ни разу ее не закрывал. А затем... Тайлер? Тайлер исчез. Дом превратился в живую тварь. Пот и дыхание, скопище людей увлажняли его чрево. Люди копошились в доме, и он сам пришел в движение. Планета Тайлер. Я жался к стенам этого механизма, чьими шестеренками были обезьяны-космонавты. Какого хрена ты здесь куришь, урод, а? Здесь все пропитано эфиром. Они посменно работали, готовили и спали. Да. Да! Одну секундочку. Я все понял. Все под контролем. А где Тайлер? Первое правило проекта «Разгром» не задавать... О, ладно, да, ладно, ладно. Я жутко одинок. Отец бросил меня. Тайлер меня бросил. Ублюдок! Что за мерзкую дикую игру ты затеял? Что случилось? Не спрашивай. Ты ранен? Да, я ранен. О, боже. И как он еще на ногах? Он круче всех на свете. Кто это сделал? Я, если честно. Раздобудь бинты. Ты сам в себя стрелял? Да, но это не страшно. Марго, гляди на меня. Со мной все хорошо. Верь мне. Все теперь будет прекрасно.